Финал спартакиады «Здоровый дошкольник» прошел в Химках. За звание лучших боролись 9 команд детских садов городского округа. Перед главным стартом провели отборочные. Около 600 детей приняли в них участие. Сегодня здесь сотня самых сильных и быстрых. А сейчас сильные команды тут быстро бегать. Чуть полегче играть. Болельщики увлеченно следят за ходом эстафеты. Испытания жюри приготовило непростые. Эстафеты разнообразные. Они включают в себя бег, прыжки, лазанье. Но в основном, конечно, беговые, скоростные. Для воспитанников детских садов состязания не только спортивный досуг. Здесь, по задумке организаторов, можно провести время с пользой для ума. К примеру, проходят спартакиады, посвященные историческим событиям или русской литературе. Вот эта спартакиада сегодня, она посвящена Александру Сергеевичу Пушкину и его творчеству. Поэтому любая спартакиада еще преследует такие цели познавательные. И дети узнают еще много произведений разных авторов. Из 9 команд сегодня выбрали одну лучшую. Победители получили грамоты, кубки и медали.